Всем привет, с вами Прия, и это первое открытие сундуков в новом обновлении 8.2. Надеюсь, лут в этом обновлении будет реально чудесный, упадет что-то реально достойное, упадет что-то классное, и начну с воина, закончу монахом. Собственно, да, сегодня уже стартануло 8.2, стартануло оно, конечно же, раньше, чем в 12 по Москве, как якобы было написано. Последних новостях. Хорошее колечко. Реально достойное. Но вот только крит не особо нужен, но в принципе весьма неплохо. Весьма хорошее соотношение статов. Я этому рад. Оставлю его, зачарю, надену. Идем дальше, идем на ДК. В текущий момент получается по луту сундуков так, что вплоть до открытия рейда все будет по-нормальному. Ну, в плане того, как было раньше. Максимальный левел 425. С 10 июля item level будет повышен, но максимальный item level с мифик плюсов можно будет лутать только проходя пятерки, шестерки или седьмые вроде бы ключи, насколько я правильно помню. Но я еще уточню эту информацию и, само собой, там скажу вам где-нибудь в ВК или в Дискорде, маякну об этом. Или просто-напросто в комментах на Ютубе как вариант. Вот. И то есть в текущий момент до 10 числа мы просто делаем квестлайны. Мы развиваем наши азеритовые сущности, мы развиваем нек, мы качаем репутации. Вот и все. С 10 числа начинаем фарм мифик плюсов. То есть мифик плюсы есть, закрывать смысл и в текущий момент, но лут будет старый. В принципе, прокнуть он может, так что не закрывать ключи смысла мало. Вот. Также продолжаем закрывать ключики, также продолжаем фармить пыль титанов, которой нужно будет очень много для покупки новых азериток. Говорят, там что-то 1040, что ли. Но что-то я не особо верю в это число. Это сколько же тогда пыли титанов должно падать с новых азериток с целью того, чтобы, ну, как-то хотя бы накопить по-нормальному. То есть 40 тысяч, а в текущий момент у тебя, ну, 1010, допустим, 15 у кого-то, да, там, кто активно рейдил, кто активно пыльку собирал. И что? То есть тебе еще два раза нужно столько же собрать. Это долго может быть, просто-напросто. Ну, на монаха что-нибудь упадет интересненькое. О, хорошая пушка-то, кстати, с самоисцелением. Такая из статы найсовая, если честно. Может быть. Да не может быть, я ее надену. Это 100%. Ну и надо будет зачарить тогда в ближайшее время. А что это у меня итмы тут всякие пропали? У меня тут итмов было до кучи. Они взяли и пропали. По-моему, это со стороны экспедиции какие-то тут были. Надо будет глянуть по прошлым стримам просто, да и все. Так что как-то вот такое вот недельное вскрытие сундуков. Ну, хорошая, полезная. Навара полезная шмотка, намонка полезная шмотка, на ДК не очень. Ну, в любом случае, в текущий момент я буду играть только за вара. Хочу максимально на нем действий наделать различных, то есть прокачка нека, возможный рейдинг какой-то, по желанию, может захочу, может не захочу, я подумаю об этом на самом деле, ну, там уже видно будет. Всех вам благ, счастья, здоровья, не забывайте про ссылочки в описании, берегите ноги, до скорого.